утро. У нас сегодня матч. Ну, живу я рядом с джим. То есть, как они называют джим, это гимнастический комплекс. Это просто недостроенное такое сооружение. Ходят в основном детки. Вон они все сидят. Идет баскетбольный матч. Сейчас мы пойдем поближе посмотрим. А раньше у них там есть микрофонная станция. В общем, есть комментатор. А раньше этот комментатор орал безбожно. На 3-4 километра вокруг слышно было. Ну, сейчас орут дети. Дети. И в основном девочки. Девочки пищат страшно. И такое впечатление у меня создается, что их учат специально этому пищанию. Как бы тот, кто так пищит, тот хорошо поддерживает свою команду. Ну, а сейчас пойдем посмотрим на самих игроков. Если хватит батарейки. Я стал закрывать тут наши ворота, потому что приходит пару раз какая-то филиппинка придурковатая в бедном одеянии, грязном. Берет меня тазик и уходит. Я гонюсь за ней, догоняю, забираю тазик, она мне выстает и улыбается. Ну, раз. Второй раз она пришла, украла бананы. И убежала с этими бананами. Я опять ее догнал. Забрал бананы. Ну так, ткнул ей в лоб, типа, дура, еще раз придешь, ну. Но я понимаю, что она придет. Вот. Так что я стал закрывать такой фанеркой. Вот мой дом. Вот он, джим. Совершенно рядом, да, видно. Вот трибуны. Да, играют детки. Но играют в форме. Все очень хорошо. Так что филиппинцы действительно любят баскетбол, играют. Хотите, буду снимать каждый день. А вот там вот комментатор, вот там. Но сейчас что-то молчит. И это прекрасно. Вполне адекватно. Все правила соблюдаются. Молодцы. Джим этот новый, он строился нам при мне. Они строили, вот это вот все варили. Можете себе представить. Все нержавеющие конструкции и вообще все конструкции. Они варили. А сварочный аппарат работал от дизель-генератора. То есть, представляете, вот под этой крышей шарашил дизель-генератор. Целый день. Ну, было так, ощущение так себе, честно скажу. Молодцы. Молодцы, играют очень неплохо. Зачетно, действительно захватывает. Девочек я, конечно, не понимаю, но вообще нравится. Вот еще одна вам развлекуха. Баскетбол.